Вопрос, который рассматривается под хадисом 328. Таадут ас-саху. Если человек совершил невнимательность в намазе несколько раз, то есть упустил несколько ваджибов, не только один, а несколько, сколько он должен сделать саджда ас-саху? Один раз только, или два раза, или три раза, сколько? Говорит Кали ибн Кудама Фильмугни, говорит ибн Кудама, «Иза саха сахуэйни, ау акфар минджин». Если человек ошибся два раза, или больше, чем два раза, но ошибка одна и та же. То есть, либо что-то упустил несколько раз, либо что-то добавил несколько раз и так далее. «Касау саджатан лиль джами». То достаточно сделать два саджда ас-саху за все эти ошибки. То есть, один саджда ас-саху. Имеется в виду, что? Когда мы говорим саджда ас-саху, в нем подразумевается два земных поклона, так или нет? Так вот, один саджда ас-саху из двух земных поклонов достаточно. «Ла на'ляму ахадан халафати», говорит ибн Кудама, мы не знаем никого, кто бы в этом противоречил. «Ва ма на каули мин джинсин вахид», а что значит слова ибн Кудамы «мин джинсин вахид», если это ошибка из одного рода? «Анна килейхима кабля салам ау бада салам». То есть, две ошибки если сделал, но за обе ошибки надо делать саджда ас-саху до саляма. Или обе эти ошибки, которые приводят к саджда ас-саху после саляма. Говорит, «Уядуллю аля аза хадис ибн Бухайна аллази сиоли льбаб». И довод на то, что сказал ибн Кудама, хадис ибн Бухайны, который у нас приходил в начале разбора этой книги. Говорит, «Фаинна наби, саллаллаху алейхи салям, саха ани ташахуд аль-ауль». Там что приходит? То, что пророк, саллаллаху алейхи салям, что сделал? Встал после двух ракатов на третий ракат и не сделал первый ташахуд. Говорит пророк, саллаллаху алейхи салям, что при этом сделал? Во-первых, ташахуд упустил. «Вабисаллю ангу саха айлан анил джулюс лит ташахуд». А также сидение для ташахуда тоже упустил. «Ваан такбират интикаль». А также такбир переходный тоже упустил. То есть сразу три вещи упустил пророк, саллаллаху алейхи салям, по ошибке. «Ва маазалика саджда садждэйни факат». И вместе с этим пророк, саллаллаху алейхи салям, сделал только два саджда. Так или нет? То есть один саджда саху. «Кали ибн Кудама фил мугни», говорит ибн Кудама в аль-мугни. «Ва инкана саху мин джинсейн». Если ошибка из двух родов, то есть смотри, что-то упустил в одном месте, и наоборот, что-то добавил в другом месте. То есть, когда делал саджда ас-саху, до саляма или после саляма? Или сделал два саджда ас-саху, до и после? Как тогда поступать? Говорит, показали. То есть, то же самое. Достаточно ему сделать только один саджда ас-саху. «Акау ибн аль-Мунзир каулян ли Ахмад». Это передал ибн аль-Мунзир как мнение имама Ахмада, а также это мнение большинства ученых. Из них Нахай, Саури, имам Малик, Лейс, Шафи и Ханафиты. «Вазакара Абу Бакр фи ваджхайни». И упомянул Абу Бакр относительно этого два ваджха. А, вот здесь уже смотри, Абу Бакр какой будет? Халяль или другой Абу Бакр? Другой, так как ваджх, то есть частное мнение передает другой Абу Бакр. А халяль передает риваяты от имама Ахмада. Так вот, Абу Бакр, ахадуху мама закарна васани язбиду суджудаин. Передал от имама Ахмада два мнения, что достаточно одного саджда, а во втором приходит, надо сделать два саджда саху. То есть всего четыре земных поклона получится. وقال الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة. Вот эти перечисленные сказали, إذا كان عليه سجودان, если человек должен сделать два саджда ас-саху, один أحدهما قبل السلام, один до саляма, والآخر بعده, а другой после саляма, سجدهما في محلهما, то он должен сделать их и до, и после. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, потому что пророк صلى الله عليه وسلم что сказал, لكل سهو سجدتان, за каждое что, за каждую невнимательность нужно сделать один саджда. Тайбет хадис мушкалин слабо не годится в довод. Культу говорит шейх Мухаммад Хизам, «Вассалат ма азахаба илей аль-джумур». Правильное мнение в этом вопросе – это мнение большинства ученых. Что за мнение большинства ученых? То, что если ты совершил две невнимательности в намазе или две ошибки в намазе, то все равно ты должен сделать только один саджда ас-саху. Понятно ли? То есть состоящий из двух земных поклонов, имеется в виду. При этом без разницы, из одного рода была ошибка или из другого рода была ошибка. Так говорит لقوله صلى الله عليه وسلم, потому что пророк صلى الله عليه وسلم сказал, إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. Если один из вас забыл, то пусть сделает два сажда. То есть один сажда сау, который состоит из двух земных поклонов. Видишь, говорит, что не привел никакой разницы. Пророк не сказал, если два раза ошибки, если три раза ошибки. Если сказал забыл в намазе, то есть проявил невнимательность, то сделай один сажда сау. Ахраджа у муслима, этот хадис приводится у имама муслима со слов ибн Масуда. Вама хадисуму фазаин. А что касается их хадисов, то есть которые у нас говорили под номером 328, то он является слабым. Кали ибн Кудама, говорит ибн Кудама, фи-снади и макаль. В хадисе главы есть что? Слабость.
сумма иннал мураби или кулли сахуин фиссала. Потом также нужно понимать этот хадис, даже если бы он был достоверный, что за каждую невнимательность намази, имеется в виду, сколько бы невнимательности не совершил, имеется в виду, как все они объединяются в одну невнимательность. Даже если ты, говорит, много раз ошибся, то все это подходит под слово, что ошибка. Ляну исму джинс, потому что слово ошибка сагу, это, говорит, что родовое слово. Поэкону сагдир, поэтому этот хадис будет означать, что ликулли салатин фига сагу сэджатан. В каждом намазе, в котором ты ошибся, нужно совершить два сажда, то есть два земных поклона, что в намазе. Опять, значит, окончательно мнение в вопросе какое? Если ты совершил больше, чем две, больше, чем одна невнимательность, две или больше, совершил больше, чем одну ошибку, две или больше, что-то убавил или что-то, что добавил, то правильное мнение в этом вопросе, что достаточно сделать один сажда сау, который состоит из двух земных поклонов. Понятно или нет? При этом без разницы, эти твои две или три ошибки из одного рода или из разных родов. Что значит из одного рода? То есть обе они приводят к совершению сажда сау до саляма, или обе они приводят после саляма, или нет? Даже если ты совершил две или три ошибки, за одну надо сделать до саляма, а за вторую после саляма, все равно ты должен сделать только один сажда сау. Теперь вопрос, когда это сажда сау надо сделать до саляма? Понятно или нет? Всегда, когда приходит такое противоречие, и ты не можешь выбрать, когда надо делать, до саляма или после, необходимо сделать до саляма, так как это более безопасно. Так как сажда сау ваджиб. До саляма это действие ваджиба в намазе, внутри намаза. Поэтому его, если ты упустишь и сделаешь сажда сау после намаза, так как оказывается, в действительности его необходимо делать было до саляма, тогда ты что упустишь ваджиб внутри намаза. А это что делать недействительным твой намаз. Чтобы этого избежать, лучше сделать сажда сау в этих случаях, что до саляма. Понятно или нет? Понятно.